Троллейбус номер один возобновил движение по привычному пути, но пока что только в одном направлении. С пятницы 14 октября рогатые начали ходить из центра в сторону Доброго через площадь Фрунзе. Из восточной же части города в центральную первые троллейбусы пойдут по привычному для владимирцев пути после того, как на площади завершится монтаж контактных сетей. Это произойдет в конце следующей недели.